Глава муниципалитета пришел на участок, расположенный в городском театре, в первые минуты после начала его работы. Он осмотрел помещение, оценил готовность к проведению главных выборов страны, а также проголосовал в числе первых. Выборы – это важный этап в жизни каждого гражданина Российской Федерации. Мы выбираем президента Российской Федерации. Мы выбираем стабильность в нашей стране. Поэтому все должны прийти и отдать свой голос за того кандидата, за которого они считают нужным. Уже с самого утра активность анапчан, а также жителей других городов была достаточно высокой. Юрий Поляков встретил министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофора Константиниди. После того, как он проголосовал, глава Анапы познакомил его с проектами благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда», по которым проходило рейтинговое голосование, а также сделал свой выбор. Родная моя земля, Россия, Россия, безумно красиво. Так, на участке в Цибанабалке встречали председателя муниципального совета Леонида Кочетова. Он пришел на избирательный участок с супругой. Выборы назвал настоящим праздником демократии. Каждый гражданин нашей великой России имеет право высказать свое отношение к выборам, к тому или иному кандидату. Это действительно большая заслуга демократии. Я думаю, что мы сегодня определяем будущее России на ближайшие 6 лет. И остаться в стране никто не имеет права. Большинство жителей и гостей города-курорта шли на участки в приподнятом настроении. В отдельных случаях образовывались очереди, но чаще всего поток был равномерным в течение всего дня и предвещал высокую явку. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Руслан Душевский, Анапа регион.